Привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца щенка Хэнка. Итак, давайте-ка, друзья, отведем его в туалет первым делом. Отлично, очень хорошо, здорово. Итак, давай-ка, Хэнк, делай свои дела. Замечательно, замечательно, все у нас получилось. Здорово, здорово. Ну что, давай-ка, Хэнк, мы тебя немножко помоем. Вот так хорошенько потрем мылом. Да-да-да-да, здорово, очень необычно, очень здорово. Вот такой он получился пират Хэнк у нас в прошлой части. А сейчас, друзья, давайте-ка мы его покормим. Итак, друзья, очень благодарю... Ну, давайте дадим ему вот этот гамбургер. Очень благодарю, что пишете отзывы, пишите, чтобы открывали животных. И сегодня мы будем рассказывать, какие же нужны подсказки, чтобы открыть животных, чтобы открыть черепаху в домике, аризонского феникса, кролика-весельчака и лиссабона. Но вначале давайте-ка, друзья, переоденем нашего Хэнка, оденем ему какой-то прикольный костюм, и пусть это будет. Вот, давайте-ка мы наденем ему вот этот костюм панка, здорово, и наденем какую-то прикольную шапочку. Так, вот, либо шапочку, либо, возможно, вот такие вот. Смотрите, как здорово идет вот эта хип-хоп-чепка к этому кожаной куртке. Очень здорово. Ну, еще давайте-ка посмотрим, какие у нас есть варианты. Так, вот. Либо вот такие пляжные очки, тоже неплохой вариант. Так, либо. Вот очки пилота, неплохой вариант. Хотя, мне кажется, вот то, что мы подобрали, это будет тоже довольно-таки здорово. Пусть будет вот этой красной бейсболки. Вот такой вот у нас получился сегодня необычный, прикольный Хэнк. Скомбинировали мы разные наряды, костюмчики. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, отправимся с вами на остров. Посмотрим, как дела здесь на пляже у нас. Так, открываем. Посмотрим. Так, вот, есть у нас, подсвечивается вот этот лось, но за него награду мы уже получали. Здорово, здорово, для коллекции добавили, но ничего нового нет. Но, тем не менее, давайте-ка мы положим здесь какой-то продукт дорогой за кристаллы, потому что с нашим уровнем за обычные продукты нельзя вычислить животных. У нас осталось вычислить некоторых крокодилов и еще некоторых животных. Так, ну что, друзья, вот продукт мы положили, а теперь давайте-ка обновим феромонами, посмотрим, сможем ли мы привлечь каких-то редких животных. Отлично, отлично. Итак, обновляем, приманиваем, и кто же к нам придет? Так, вот появились животные, но все без подсвечивания. Видите, друзья, никого даже нет. Ну, раз такое дело, давайте-ка еще отправимся вот сюда на водопад. Посмотрим, как здесь тут дела происходят у наших животных. Так, вот. Подсвечивается красная панда. Подсвечивается у нас зебра. Но этих животных мы уже получили награды. Просто коллекция ради коллекции. Вот сфотографируем вот эти двух животных. Ну что, давайте-ка попробуем положить редкий продукт. Давайте-ка мы положим сюда, друзья, что-то за кристаллы. Давайте-ка пусть это будет вот это у нас суши. Возможно, на суши лучше пойдет. Либо крокодили, либо какие-то животные. Ну, крокодила очень хочется нам повычислять. Либо попробуем, друзья, выполнить условия и по подсказкам половить крокодила. Итак, смотрим, что же у нас получается. Так, вот, здорово, 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 друзья, появилась синяя обезьяна. Очень редкие животные, как раз его нам не хватало. Ага, странно, подсветка, по-моему, была, но тем не менее пишет, что эта обезьяна у нас есть. Ага, это просто подсветка телепорта. Это подсветка телепорта. Вот, видите, друзья, вот здесь идет у нас подсвечивание. Но за эту сову мы уже собрали. Собрали награду. Так, вот за эту обезьяну мы тоже собрали награду. Ну, сфотографируем для коллекции. Ну, как-то вот так, друзья. Пока нет у нас редких животных, не поймали. Ну, а сейчас давайте-ка мы выполним вашу
просьбы и так просили показать, какие же нужно подсказки, чтобы вычислить черепаху в домике. Черепаха у нас в самом конце списка. Ой, что-то я немножко перебрал. Ой-ой-ой, с каким-то замедлением переворачивается. Так, вот, где-то здесь должны быть черепахи в самом конце. Да-да-да-да, вот, друзья, замечательно. Итак, черепаха в домике. Какие же нужны подсказки, чтобы ее вычислить? Итак, друзья, смотрите. Нужна подсказка в водопаде. Они водятся. Продукт гриб, игрушка лазер и черный чемодан. Хотя я, смотрите, друзья, на что ловил черепаху в домике. Я ловил на арфу, на качельку, на подушку, на ванную, на НЛО, на корону, на качельку, на зеленый шар, лазер вот попал был, скейтборд, так, ванная, груша, вот такая вот игрушка в виде самолета, так, аттракцион, телепорт и домик из матрасов. Здорово, здорово. Итак, друзья, еще давайте-ка посмотрим насчет аризонского феникса. Один из подписчиков просил это сделать. Так, феникс у нас где-то в начале. Очень редкое животное, не всегда его получается, друзья, собрать. Вот бывает даже выполняешь все условия, а животное никак не хочет появляться. Вот видите, у меня тоже только 3 фотографии с аризонским ястребом. Аризонским фениксом. Вот и при том, видите, он попадается в основном огненном плато. Хотя, вот видите, одна фотография у меня есть с телепортом. Да, да, это тоже огненная плата. Вот вижу огненный склад. Только на огненном плате. Итак, игрушка у нас диван, телепорт. И четвертая подсказка. Давайте-ка мы откроем. Четвертая подсказка. Аризонский феникс любит барабаны конги. Кстати, друзья, нужно будет попробовать действительно себе на огненном плате попробовать вычислить вот этого аризонского ястреба. Попробуем вот эти игрушки в сегодняшнем видео поставить в огненном плато. Так, итак, еще друзья просили посмотреть насчет кролика-весельчака. Тоже очень редкие животные. Несколько вот этих кроликов, первая страница, и никак не получается их собрать. Так, вот, смотрите, кролик-весельчак. Одного фото мне не хватает. Вот, и пасхальный кролик еще не закрытый. Так, вот подсказки к кролику-весельчаку. Он, кролик-весельчак, любит вот такой уницикл. Одноколесный велосипед. Кроме того, еще любит 2 батута. Любит водопад. И еще четвертая подсказочка. Кролик-весельчак любит что же? Вот такую вот замечательную еду, ягоды. Ну что, друзья, тоже посоветую вам попробовать на них половить кролика-весельчака. Так, давайте-ка покажу я, какие игрушки я ловил. На скейтборд с моторчиком, на чемодан с деньгами, на бабочку. Уницикл есть. Телепорт, либо это батут, вот такой вот трех. Так, еще вот в виде самолетика игрушка. Так, наушники, вот этот двух, и еще ксерокс. Ну вот, вот, вот такие вот чудесные игрушки. Итак, последнее животное, которое подписчики просили еще показать, это лисабон. В одном из видео я показывал, что нужно, чтобы собрать лисабон. Наверное, подписчик просто хотел показать, чтобы я показал, на какие игрушки мне удалось собрать лисабона. Так, кстати, он тоже у нас не полностью собран. Сейчас я покажу, друзья. То есть там, по-моему, у меня 5 или 6 фотографий с лисабоном. Так, вот открываем. Открываем. Где-то здесь на середине должен быть лисабон. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Так, вот, вот, вот. Вот у нас лисабон. Всего 5 фотографий у меня. Вот есть подсказочки. То есть лисабон водится на пляжу. Нужна приставка, нужен телепорт и нужен гамбургер. И я ловил нашего лисабона на глобус, на телепорт, на приставку, на диван и еще вот мыльные пузыри. Вот так, здорово. Кстати, друзья, мы можем попробовать сейчас тоже попробовать
поймать, еще разместить все для Лиссабона. Итак, попробуем. Ну, видите, смысл приставку и телепорт нету смысла, потому что мы уже на эти игрушки споймали, а вторую фотографию нельзя можно сделать. Давайте-ка попробуем поставить гамбургер вот на пляже и посмотрим, не получится ли нам поймать Лиссабона. Отлично, закрываю. Давайте-ка мы переместимся с вами вот на пляж. Я поменяю продукт. Продукт, давайте-ка поставим сюда гамбургер. Вот. Отлично. И попробуем обновить, получится ли нам привлечь Лиссабона. Интересно. Так, друзья, получится или нет. Обновляем, обновляем феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Вот так, здорово пошло обновление. Интересно, интересно, что из этого получится. Вот, смотрите, друзья. Да, 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 друзья. А, нет, это же не Лиссабон, это лиса-красавица, по-моему. Да, это лиса-красавица. Нет, не получилось нам поймать Лиссабона, только лису-красавицу. Вот видите, всякие лоси тоже подсвечиваются, но пока нет. Кстати, по-моему, на вот этом диване я Лиссабона поймал. А ну-ка, секундочку. Секундочку. Если на диване Лиссабон пойман, тогда диван нужно менять. Да. Друзья, видите, на диване пойман и на глобусе пойман. Значит, вот эти две игрушки нужно поменять. Вот, давайте-ка мы сейчас заменим вот этот диван на какую-то другую игрушку и еще раз обновим. Может, как раз нам получится поймать Лиссабона. Так, ну что, друзья, давайте-ка тогда я игрушки убираю, вот этот диван. Так, меняем игрушки. Вот, меняем вот этот диван, потому что смысла его уже нет. А поставим мы вот эту, давайте-ка на самое начало, вот эту качельку. Готово. Обновляем феромонами, посмотрим, что из этого получится. Получится ли нас привлечь Лиссабона. Так, вот так, замечательно. Итак, пошло обновление. Ну, тогда, друзья, в каждом видео сейчас мы будем пробовать вычислять вот этого Лиссабона. Буду все время ставить разные игрушки и продукт гамбургер. Возможно, получится его вычислить. Вот видите, друзья, тоже лиса-красавица попала. Лиссабона не так-то просто, оказывается, вычислить. Так, кстати, возможно, друзья, еще какие-то нужно будет попробовать, поэкспериментировать разные игрушки. Так, ну все, тогда пока здесь все. Тогда давайте-ка попробуем еще переместиться на огненные плата. И мне хочется попробовать подобрать игрушки и продукты, чтобы попробовать аризонского феникса еще попробовать поймать на огненном плата. Так, давайте-ка переместимся на огненные плата, посмотрим, как там дела. Вот. Итак, появились... Кто здесь у нас есть? Вот подсвечивается у нас носорог, что у нас такой фотографии нет, но награда за него уже получена. Вот так, друзья. Вот видите. И еще вот этот морской слон тоже подсвечивается. Отлично, очень хорошо. Итак, друзья, давайте-ка я сейчас попробую подобрать игрушки, чтобы привлечь к нам вот сюда аризонского феникса. Так, аризонский феникс. Где-то он в начале. Давайте-ка мы прокрутим. Вот, здорово, здорово. Вот. И еще несколько страничек. Где-то здесь он должен быть. Так, вот. Вот он, наш аризонский феникс. Итак, нам нужны подсказки. Огненная плата мы перешли. Диван, телепорт и барабаны. Так, на диван и телепорт отпадают. Осталось у нас... Ага, да, друзья. А, вот, видите, вот эти... То, что игрушки, которые здесь есть, мы на них и поймали. Поймали нашего вот этого аризонского феникса. То есть нужно, не знаю. Будем пробовать экспериментировать, чтобы ловить. Хорошо. Давайте-ка тогда ставлю я. Жаль, что продукт непонятно, на который его лучше ловить.
Ну, давайте-ка, друзья, попробуем положить какой-то продукт за кристаллы. Давайте-ка мы попробуем. В прошлый час я ложил тортик. Давайте-ка мы сегодня попробуем положить суши. Либо грибы, либо еще какие-то продукты за кристаллы. Итак, обновляем феромонами. Посмотрим, что из этого получится. В подсказках написано, что за продукты за кристаллы лучше привлекать редких животных. Но не всегда срабатывает. Но вот видите, друзья, сейчас сработало. Вот получилось у нас привлечь вот этого редкого крокодила. Зубрилку. Вот видите, друзья, 16-е фото. Тоже довольно-таки неплохо идет фотосессия. Вот, наконец-то, одно из редких животных. Вот попал к нам вот этот забавный военно-морской котик. Но, к сожалению, за него награда тоже получена. Итак, друзья, давайте-ка попробуем еще раз обновить. Если не поможем, будем менять, друзья, игрушки. Итак, обновляем, обновляем. Смотрим, что из этого получится. Вот так, замечательно. Очень хорошо. Смотрим, смотрим. Так, вот, появился у нас какой-то золотистый тамарин. Ага, вот пума. Либо это пантера, черная пантера. Ну да, вот видите, тоже за нее мы награду получили. Все как бы здорово. Ну, придется, друзья, тогда менять нам игрушки, потому что нет ухода вперед. Все те же животные. Так, ну что, ну давайте еще раз обновлю. Если не поможет, буду менять игрушки. Так, пробуем, пробуем. Надеемся, что получится вычистить нескольких редких животных. Так, смотрим, 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 что у нас получилось. Так, что-то там подсвечивается, я только не пойму, что, друзья. Давайте-ка вот покрутим фотографию. Вот так сфотографируем. То ли журавль подсвечивается, нет. Журавль. То ли наш крокодил подсвечивается. Как его сфотографировать? Крокодил зубилка. Да, да, да. Вот видите, друзья, второе фото. Вот, замечательно. Как бы там ни было, очень здорово. Друзья, если попадают редкие животные с нашим уровнем и с нашими собранными животными, очень трудно редких животных вычислить. Итак, пробуем, пробуем. Так, мадам крокодила к нам попала. Журавль попал. Ну и на это все. Ну все, друзья, тогда давайте-ка пробуем менять игрушки. Так, вот, давайте-ка мы вот эту попробуем поменять вот эту качельку. Причем давайте-ка мы попробуем поменять ее на вот эту карусельку. Здорово. Хорошо. И вот эту, и вот здесь мы тоже поменяем вот этот огнетушитель. Давайте-ка попробуем на вот эту качельку. Замечательно. Кроме того, и вот эти игрушки мы все поменяем. Так, на обычный скейтборд. Вот так. Вот этот бассейн мы тоже... Подожди, подожди. Подожди, сейчас мы поменяем. На. Что же нам поменять? Ну, давайте-ка, что ли, на подушку вот эту поменяем. Как-то вот так. Так, и еще давайте-ка, друзья, мы поменяем вот это... Вот эту моечную установку. Кстати, давайте-ка мы вернемся где-то на начало. Вот, давайте-ка мы возьмем вот эту подушку. Здорово, здорово. Отлично, вот так как-то у нас получилось. Ну что, попробуем, что изменится. Итак, обновляем феромонами. Посмотрим, что у нас из этого получится. Получится ли привлечь редких животных. Отлично, отлично, друзья. Смотрим, 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 что из этого получится. Итак, что же у нас получилось? Ага, здорово, здорово, друзья, смотрите. Какой прикольный тигр у нас получился. Спит на подушечке, смотрите, друзья, как замечательно. Какое прикольное фото. Очень забавное. Но тигр, к сожалению, награда получена. Просто для коллекции фотографируем. Вот видите, и вот это... Пантера тоже. Награда получена. Просто хорошие фото. Не получается, друзья. Ага, вот, кстати, мадам крокодила. Ага, и там вон панкряк попал к нам. Вот, 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 здорово. Да, 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 да. Вот этот панкряк. Очень редкое животное, которое очень трудно вычисляется. Но, тем не менее, 10-е фото. Получаем награду.
Отлично. Вот. То есть все же неплохо, друзья, прошла фотосессия. Кстати, что там наши пингвины или вот мама тоже крутится. Вот смотрите, как здорово. Очень хорошо. Так, все здорово получилось. Кстати, еще и вот этот пингвин, морской тюлень, либо это голландский тюлень, вот видите, подсвечивается. Ну что, очень-очень неплохая фотосессия, друзья. Нашли редких животных, удалось все сфотографировать. Ну, в принципе, не всех животных, которые хотелось, мы поймали, но, тем не менее, начало хорошие фотосессии, то есть хорошо мы поснимали. Так, вот, еще мадам крокодила здесь появилась, вот видите. Вот мадам крокодила у нас уже целых 20 фото. Давно коллекция уже закрыта, она еще к нам попадает. Вот смотрите, еще и олененок Рил Рудольф попал. Вот, тоже сессия уже закрыта с ним. Довольно-таки неплохо фотографирован. Кстати, вот и белый и снежный Баркс к нам попал. Тоже неплохое фото. Так, ну что я, друзья, скажу. На этом, наверное, мы будем заканчивать нашу фотосессию. Последний раз обновим. Если не будет редких животных, на этом, друзья, мы и будем прощаться. Итак, вот так сегодня прошла здоровая фотосессия. Подсказали вам, каких животных ловить. Друзья, если вам нужны другие подсказки, пишите, пожалуйста, в комментариях. То есть с удовольствием вам видео продиктуем, какие подсказочки, что нужно делать. Итак, давайте откроем вот эту черепашку, еще сфотографируем. За нее мы тоже получили приз. И еще морскую черепаху давайте мы сфотографируем. Вот, смотрите, хорошее фото. За нее, по-моему, еще не собраны награды. Да, вот видите, друзья, еще не собраны. Но, тем не менее, очень хорошо прошла фотосессия. Так, вот еще вот этого голландского тюленя давайте-ка сфотографируем. Да, здорово, здорово. Итак, возвращаемся домой. Наш Хэнк уже немножко устал. А другие приключения нашего Хэнка вы можете увидеть в плейлистах. В конце видео будет ссылочка. Также, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте новых серий. Всем пока-пока, друзья, до новых встреч.